Здравствуйте, сегодня я вам покажу пижамы крем Швейцария. Здесь есть наборами, есть нет, но продаются они поштучно. Цена идет за штуку. Это такой комбинезон с капюшоном. Лоди, безразмерный, вообще большого размера. Вот такая вот спальная рубаха, размер L. Штаны на резинке. Спальная рубаха, S-ка. Кикуруми, божья коровка. Очень-очень мягкая, приятная, на замке, большого размера. Подойдет на рост даже 185. Штанишки, это все ХБ. На резинке, на пуговке 50 размер. И к ним рубаха. Зачем там? Вот такая вот рубаха поплотнее. Элька. И к ней штаны. На резинке. 40, включи 40. А вон еще женская от Avon, размер у нее M-ка. Но вообще они безразмерные, подойдут STRL. Вот такой вот спальный комбинезон, M-ка. Трикотажный. Вот это вот синтетика, размер S-ка с этикеткой. 16, 17, 20, 22. Брюки на резинке, на пуговке. Размер у них L-ка. Комбинезон. Размер L. Трикотажный. Кофта с капюшоном. И с такой вот белой подкладкой, очень мягкая, приятная. Это даже не кофта, а комбинезон тоже. С ножкой такой. Все комбинезоны одинаковые по форме. Разная ткань. Элька, домашняя кофта. Брючки на резинке Avon. Вот к ним была рубаха до этого. Так, и подарок брюки. Комбинезон. Он плотный, очень теплый, женский, на рост 158-164. Рубаха, размер L-ка, XL-ка. Комбинезон мужской, на рост. Ну вот 1,80-1,85 метра, очень плотный, синтетика. Снизу у всех комбинезонов есть резинки на ногах. Вот такие вот штанишки, размер S-ка, ХБ. И к ним футболка. Рубаха, размер M. Такая уже была в размере S. И вот к этим рубахам штаны M-ка. На резинке тоже. ХБ рубаха с длинным рукавом. 48. И к ней штанишки ХБ. Это мужской комплект. Такая красивая очень. 38-40 размер рубаха. Она прозрачная, с ножком. Штаны S-ка во второй рубахе. Вот такие штанишки на резинке. Размер XL. Второй киргими. Ослик, даже есть гвоздь, тоже на высокий рост подойдет, снизу резинки с
этикеткой и на молнии. Размер 44-46. Это трикотаж, очень хорошо тянется, с карманами. Рукав укороченный, снизу резинки. Рубаха 52. К ней штаны. 50-й рубаха. Вот такой комплект. Штаны на резинке. И к ним рубаха L. Штаны, естественно, тоже L. L-ка. Рубаха. Вот такой комбинезон. Тоже на высокий рост. Размер 48-50. Тут есть резинка на талии. Низ простой, резинок нет. Трикотаж. Еще один комбинезон. На рост 170-176. C&A фирма. Он более тонкий трикотаж, но при этом плотный такой в пуговке. Это резинка, низ простой. Вот этот такой вариант, когда отключили отопление, очень теплый. Тут в него вставляется пояс, карманы, это мужской. Здесь молния, снизу резинки. Он, правда, очень-очень теплый. Брючки. Вот этот уже идет тоненький. Тоже с капюшоном, новогодним принтом. Это H&M. Размер 38. Снизу резинки. Брюки. XXL. Вот такие вот. XXL. XS. Брючки S-ка. Очень приятная на ощупь вот эта пижама в размере XL. И к ней идут брючки. До свидания. Вот такие вот брюки на резинке. Размер L. И последний ХБ-комплект. Брюки. Размер 56. И к ним рубаха с этикеткой. Спасибо за просмотр. Вся подробная информация будет в описании под видео.